Как привлечь в село врачей? Эту тему обсудили на заседании Совета законодателей Центрального федерального округа. В работе приняли участие председатель ЗАГС Собрания области Владимир Киселев. Традиционно совещание Совета законодателей ЦФО – возможность сверить часы и обменяться опытом работы. Повышение доступности медицинского обслуживания для сельских жителей – сегодня одна из приоритетных задач в регионах. На Совете законодателей ЦФО поделились идеями по решению этой проблемы. Например, парламентарии Калужской области рассказали о проекте по созданию единой системы скорой помощи, диспетчерской службы, бригадами фельдшеров и системы ГЛОНАСС, которая в первую очередь будет работать на село. Разработчики уверены, что новая система с продуманной логистикой транспорта и медбригад в разы повысит доступность медицины для жителей сельской местности. И все же главной проблемой, которую нужно решать в первую очередь, остается острый дефицит специалистов. Председатель законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев рассказал, что они с коллегами решили выйти в правительство с просьбой пересмотреть меры поддержки для медиков, работающих в сельской местности. У нас есть программа привлечения медработников на село, но эта программа, к сожалению, работает достаточно слабо, потому что, видимо, вот того миллиона рублей и 100 тысяч рублей с областного уровня не хватает для того, чтобы приглашать врачей, чтобы врачи оставались на селе. Поэтому мы обратились в правительство с просьбой изменить параметры программы в сторону ее улучшения для более качественного решения вопроса именно по привлечению врачей, фельдшеров, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что непростая жизнь на селе, а когда еще и здравоохранения нормального нет, она вдвойне сложна. Поэтому такая работа у нас проводится.